Добрый день, друзья, гости, подписчики канала. Канал Агроземледелия. Друзья, у нас холодина. Плюс 10, ветрюганище. Решили сделать ТО, покуда появилось время. Ну, вот такая беда. Завели трактора, чтобы масло грелось. И жахнул от этот шланг. Давление масла. А сами пошли чай пить. Покуда чай пили, а вот оно масло вытекло. Сейчас будем сливать, что остаток. Но вроде двигатель не стуканул, ничего, вроде нормально все работает. Сейчас будем сливать, покажем вам. Да, и мой уже прогрелся, заглушили. Сейчас будем кругом сливать. Так, друзья, ну поменяли мы шлангу. Сейчас прогрели. Короче, пришлось давление сбрасывать. Потому что я еще обратил внимание, когда пахали, давление было на горячую тройка, на холостых. Как по хоте 4. Клапан срабатывал на четверку. Сколько сейчас давление на холостых? 2,6. Ну покажи, на. А, нет, вот. Давай. Короче, полен бросил давление на пару оборотов, выкрутил, ну может чуть больше. Потому что на горячую, я повторюсь, на горячую трактор нагретый, все, и он, давление в него бешеное было. Ну ничего, пронесло, не стуканул. Короче, слили мы, ну может от силы 1,5 литра с картера. Сейчас будем сиденье варить. Оборвало сиденье. О, пойдет. Сиденье, гляньте. Лучше массу выключай. Сиденье, задние болты оборвало. Сейчас будем все разбирать и делать. Все, вынимай все оттуда. Короче, у нас полная опа, как говорят. Масло заменили, шлангу, все, давление выставили, все. Сиденье. Сиденье сняли, а тут капец он. Дырки все. Возгнило. Вон оно, все гнилое. Значит, что мы сейчас делаем? Вы видите, да? Обрезали, варим. Навариваем уголки. Туда рамку с уголка делаем. И будем вваривать металл. Он у нас есть металл. Не знаю, сколько миллиметров. Ну, утяжелять трактор, одним словом, будем. Вот он, металл лежит. И вот он стоит. Металл, ну, тройка, не меньше. Вот он. А то и больше, а то и пятерка. Короче, с него будем резать. По сиденью. Сиденье будем полностью разбирать. Почему? Рассказываю. Походу тут шестерня обрезана, или шпонка, или что, я не знаю, что там. Но она стоит, работает только один вал. Короче, полезли ТО делать. Сейчас пьем чай и варим дальше. В общем, все, друзья, отработались. Поменяли мы масло. Дождь пошел. Значит, что здесь? Вот такую рамку сварили с 32 уголка. Завтра обрежем вот этот болт. Сейчас выпилили пластины. Вот сюда. Уголок 80-ку распустили. Завтра вот это наметим. Посверлим. Болты туда вставим, варим, чтобы западлицо снутри было. Положим. Варим сюда. И будем перебирать сиденье. Все. Дождь идет, ветрище, вон стекло, все. Дожди. Все, друзья, на этом
прекращаю обзор. Короче, поменяли масло. И шланги поменяли, и масло, и, ну, короче, нормально сегодня. День прошел удачно. Все, всем пока, друзья. Пишите комментарии, подписываемся на канал. Дракоша нас снова в строю. Вот такой дракоша. Сейчас мы атак. Вот такой дракоша. И он сзади стоит борт нашего газончика. Все, друзья, всем пока.